Пресечь? Да?
итальянские сплошь и рядом распевают. Разве не так? Так? А предупреждение то. Это раньше было предупреждение. Вы не можете предупреждать. Ваша задача, ваша обязанность составить протокол и направить протокол лицу, который имеет право уполномочить. Да. Предупреждения нету там. Все. И так вы будете. Вот. Тогда не распевает. А вы говорите, а вы не реагируете. У нас там кто-то прокурор вызывает, так спокойно. Вы обязаны составить и направить соответствующий орган. Территориально. Обязан, но не полиция. Где бы вы не были, понимаете? Да хоть где. На законе полиции сказано, днем и ночью, независимо от времени, независимо где находится на территории Российской Федерации, сотрудник полиции, даже если дома у тебя подъезда хулиган, то обязан выйти, если выйдет, если не дай бог что-нибудь случится, в отношении тебя халатность минимум, у вас будет уголовное дело. Да, 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 обязан отреагировать. Отреагировать обязан, понимаешь? А не проходить мимо. Я к чему говорю? Не надо быть слишком грамотным, запомни, не смотри только свои права, смотри свои обязанности. Вот этот Артур Чесаевич, мне говорит, иногда говорит, вот слово мне раздражает это. Прокурор запрещает. Суд запрещает. Ты зарплату получаешь в полиции. Мы тебя сегодня же уволим. А прокурор никогда не может уволить. Он может представление написать и прислать Артуру Вячеславовичу для рассмотрения. А он решит тебе наказать, не наказать. Я сразу это наказал. Да? Он это мне раздражает, если честно сказать. Да. Вы зарплату, я зарплату получаю в полиции. Если меня хотят, вышестоящее руководство сегодня снимет меня с должности и уволит. И никто не другой, только он имеет право снимать. В том году только благодаря за право нас не наказали. Когда в прокуратуре меня вызвали. Кто вызвал вас? Я не помню фамилию. Откуда? Куда? Когда вы вызвали? По наркотикам разграли. Прокурор не имеет права наказывать. Наказали за Захарова. Потому что Захаров сказал мне сказать, что я говорю, что... А? Это наш прокурор? Наказали, да. По приказу. Я сказал, по приказу Захарова. Ну да, протокол наставили по наркотикам. На территории. Я зачем мутрируете образом? За то, что вы составили, никого из них не наказывали. Никогда. Тысячи жалобы происходят, да. Значит, где-то что-то не так сделали. Я знаю, как наказали. Они протокол составили, УИФ не зарегистрировали, потому что сбыт был. Вот за то наказали. Не было зарегистрации. Вот. А зачем? Тогда зачем мутрируете-то? Да. Не вас наказать за то, что вы не зарегистрировали. Понимаете? Да. А не то, что он там оставил протокол. А вы... Нет, там верхом. Слушай, дурак, они валяются. Эдуард, дурак, они зачем валяются? Ты говоришь такие вещи? Ты утрируешь сейчас. Вот ты утрируешь перед милиционером. Вас наказали. Я помню хорошо этот материал. Задержали, за что он был на наркотическом опьянении, а регистрация о том, что он где-то приобрел его, то, что ему сбыл, вот за это были наказаны. Понимаете? А то, что отменил, это другая история уже, понимаете? Это другая история совершенно. Отменили, знаете, за что? Против давности. Вот за что отменили там. Нет, вот то, что мы право задержали в город. Слушай, это отменили, это давайте не будем этот вопрос даже поднимать. Ты его рассматривал. Судья рассматривал. Ты обязан фактически задержать, если совершено. Если ты бы не задержал, в отношении тебя уголовное дело возбудили бы. Я тебе это точно скажу. Вот если не задержал бы. А что там, это их политические интриги, это не будем мы затрагивать даже. А ты обязан. Обязывает не за то, что поставили протокол, а за то, что принимает решение по протоколу, не тем органом. Вот, это правильно. А здесь тем органом, это просто злоупотребил судья. Нет, любое дело можно возбудить, да. И направить, да, по территориальности. Любое дело. В том числе административное правонарушение, если совершено. Все, независимо где бы. Видите? Читайте административный кодекс, как положено все. Просто не принимаем, мы не имеем права принимать решения, потому что не уполномочен, не наша территория. А составлять любой сотрудник на любого человека имеет право, если это административное правонарушение подпадает под нормы статей, которые мы уполномочены составлять. И уголовное дело тоже. Любое дело мы можем возбудить. Любое. Вот выйдем сейчас, убийство совершено, фактически мы можем возбудить уголовное дело. И в течение 10 дней мы должны направить следственный комитет.
имеем право. Вплоть до предъявления обвинения мы имеем право полностью. Обвинение уже проявляет то, где совершено преступление. Поэтому, вот, ну, почему, вот, Эдуард, вот, ты хороший, я еще не говорю, ты опытный, вот, ну, неправильную позицию занял. Вот перед милиционерами ты какую-то информацию. Ты показываешь, что ты пробил знания. Да, да. Здесь, а регистрация, это грубо нарушение, это, ты же знаешь, это грубейшее нарушение регистрации. Вот это регистрация, мы фактически преступление укрыли. Понимаешь? Укрыли, понимаете? Вот за что наказали вас. А это в одно время, помнишь, наверное, сколько дел возбудили в отношении сотрудника именно за укрытие. Потом там в суде проблемы начались, потому что там все-таки корость надо доказывать. И вроде прокуратура успокоилась, да. Да. То есть факт сбыта был. Был? Кто-то наркотик продал ему тогда? Какая разница? Отдельно надо принимать. Ты еще вот этим материалом ты его не мог установить. Изготовил он, не изготовил, был там. Запрос. Наказали, что там, смертельность или нет? Нет, если... Поэтому дежурное наказание, во-первых, правильно, тут... Если Захарова, того не было, вас. Не, у нас возмущает, что... Ты такой спичный грамотный, а? Ты хочешь сказать... Вот вы сейчас поняли, да, что у вас пробел в знании выше крыши. Вы живете в вот такой маленьком-маленьком абстракте. И вот только видите вот свои права, а обязанности ни хера не видите. И запомни, у тебя слишком маленькая должность для того, чтобы что-то здесь высказывать и что-то учить. Тем более руководящим составу. Слишком мало проработали, понимаете? Я это вначале обозначил. Слишком мало. Сколько лет работаете вы? Это ни о чем. Но творчеством заниматься никто не позволит вам, если еще одну мать. Запомни, ваша задача выполнять то, что вам скажут. Вы поняли меня, да? Когда узнал? Да, когда он закончил. Так, это. И вообще уровень представляет, куда вы приехали? Конечно. Конечно. Руководство двух субъектов делает. Так? Вы когда пошли на свои бритвы, стирали и гладили? Спасибо, честно, не устал. Где вы такие нашли? Вы знаете, куда вы вообще до сих пор вызвали? Холодную пасту. Холодную пасту? Взяли ботинки, здесь переодели. Холодный дежурный часть. Это не ваше истинное отношение. Никакой субординации у вас нету. Понятия, знаете, нет дисциплинарного устава. Первый устав. Почему не глажен, спрашиваю? Оно не гладится, он без стрела, гладится парад, то парад нам не выдает. Что не выдает? Получайте. Я с удовольствием получил. Пошлыся, где с тобой есть? Мне селом дают, я уже не понимаю. За 6 лет ни разу не дали. Вы да, обращались? Которые, конечно, обращались. Не где? Только Захарова, но и к прапорщику. Которые... Не дают. Нету, говорят, нету. Мне кажется, все-таки вы утрируете. Нет. Мы даже фотографироваться на удостоверение не нужно. Я фотоскопию меня делаю. Но если нужно, то я делаю. Мне самому стыдно. Фотоскопию, у меня нет формы. Теперь прямой конкретный вопрос. Помощник дежурного врача. А типа у меня тебя? Почему у вас нет на людей? Что вы получаете? Где он жит у вас? Почему бушлать, а не здесь? Бушлать нет. А бушлать здесь бушлать. Вы обязаны зайти ко мне. Вы знаете, что он сюда? Перелечить его. Вот я знал, что вы такой такой-то. Кто это объясняет? Еще раз я объясняю вам, что вы слишком маленькую дозу занимаете. Чтобы что-то высказывать, какие-то претензии. Понятно? Вы свои претензии можете высказать вон Захарову, а не начальнику подразделения. Отдельно. Должность вас не позволяет. Через голову прыгать. Ну понятно? Скажите, почему?
у данного сотрудника, оказывается, вообще ему не является форма на обдирание. Говорит, что не дают вообще. Нет, нет, работы нет. Уточним, они готовятся на будущее на управление, не выготовят. Мы представляем списки полностью с размерами, они там уже не стоят смотреть. То есть они, получается, дают были? Нет, они, мы предоставляем заявку по наличию размеров, они согласно ростовке, что у них есть на складе, они формируют где-то. Нормально, рост, нормально, нет. Вот на складе не было просто, Рагунин, а вот теперь с видением говорю. Я последний раз форме на мандировал, получил диктом назад. А знаете почему? А потому что мне я могу лучше пойти, заказать и купить его. Потому что я не хочу ходить так. Где под меня? Знаешь, подошлют, знаешь, что все лишь уберут. Потому что мне интересно это. Потому что представляет орган власти, я обязан ходить в аккуратном виде. А у вас попытки такие были? На зарплату 16 тысяч. 16. Так, 16, 5 месяц. Почему 16 тысяч? Она не работает. Почему 16 тысяч зарплата? Нет. Я спрашиваю, почему? Нет. А потому что слишком много гонора. Вот почему 16 тысяч. И я вам рекомендую свой гонор далеко-далеко засунуть. Значит, у него другие выгоды. Извини, это твои проблемы. Такими темпами скоро вообще работать не будет. Вот еще там ходил по этой набережной. Еще получше больше. Что будет ходить набережной. Знаете, я со своим родным беседовал. Был такой? Здоровый беседовал. Вы что, всех не понятие с такой что, да? А? У вас никто с вами не держит. Это вот мой вопрос. Если хотите работать, завтра, вот сегодня же можете. Завтра уволен, без проблем. Не в полиции. Не сразу, а в полиции не будет работать. Не хочу. А в чем-то есть проблемы? Непонятно. Что вынужден начальник отдела вызывать сюда. Наблюдающим образом порядок не обеспечивается. Пьяные ходят у вас, вы протокол не составляете, не боретесь с ними. Знаете, почему у нас требует проведения преступления? Распевает на участке обслуживания. Вот скажите, почему у нас я требую вас от вас выявления преступления, но не оперативно обслуживание? Расскажите мне, почему? Что профилактика хорошая была? Понятно? Ваша основная задача профилактика. Одна из основных эффективных форм и методов профилактики это выявление и привлечение к ответственности лица совершившего, понимаете? Лучше пока не нашли на сегодняшний профилактику. Может каждый день говорить, не дело, все равно сделать. А вот накажешь, другие у меня будет. На ваше одно слово, я на три слова. Минуту будешь работать. Скоро я вообще предложил вам этот контракт на увольнение. А не напишите, я найду, сделаю так, что вы сами пришли сюда, прибежали с рапортом и увольте, пожалуйста, быстрее. Вот мне так сказали. Понимаете? Я это сделаю. На свидание другим. Буду еще разбираться с каждым сержантом здесь. Кому-то мне больше нечем заняться. Сейчас можно наказать. Я считаю, что это грубейшее. Элементарно. Это грубейшее нарушение закона полиции. Я буду делать так, что сейчас, в течение месяца, вы будете на своей комиссии. И будете уволены по статье. И никогда никто в жизни вас не примет на работу. Никогда. Это мои права. Понимаете? Это мое право. Как руководителя. Слишком вы маленький человек, чтобы так высказывать, понимаете? И не слишком много чести вам отдаем, а? Руководящий состав. Обалдели отсюда! Страх потеряли! Захар, это ваша вина! Ну, сотрудник полиции там, у вас там. Слишком много тебе позволяет. Отпустили вообще. Буквально я позавчера со мной с ним разговаривал. Было такое. В Чебоксарах никто тебе не имеет права позволить. Чтобы встать и высказать там претензию к руководителю составу. Это не ваше право. Это я могу здесь работать, скажу, понимаете, а не вы. Это не ваше право читать законы. Не до разы еще, понятно? Не по сроку службы, не по званию, по должности. И не вам решать, как нам работать, в каких направлениях.
Молоко на губах не осохло еще. Сколько времени? Что пути наше подразделение? Вас, сразу говорю, никто на территории не возьмет. И когда сказали ему, что там написали всякое личное дело, мы пишем только то, что вы жили. Thank you.
можно было это обсудить. А какой-то, все, блин, для них родители, какой транс, этот, территориальную прокуратуру, блядь. Они никто. Их вы можете свой на батарею на них рапорт писать. Все. Они по правам, ну, вы одинаковые, понимаете? Все, они нас не надзирают. Вот у нас есть чувачки прокуратуры. Есть кому надзирают? Да. Вот они надзирают. Все. А эти кто? Они такие. Пускай они к нам, они нашу чувачку прокуратуру отправляют. Пока никого не наказали. Я столько раз они покупали. Ну, тут, блин, очень ставки делали в суде, бля. Ничего, все работает. Собака, территория прокуратура. Да. Да ну и что? Нет, территориальные ситуации наша прокуратура дал бы команду, мы обязаны исполнять. А здесь вообще это кто? Они такие. А вы занимаетесь своей работой, мы своей работой занимаемся. Я попробовал. Как мне день дальше работать? Исправить? Понимаете? После последнего разговора, сколько прошло времени? Полгода? После последнего разговора. Да, серьезно, правильно. Ты же хотел вам работать? Одно, сейчас вы скажете, у него было два года только. Там разговор другая была. Какая была разговор была? Недавно мы обсуждали, что я помню, в прошлом году, что ли, мы обсуждали этот вопрос. Оба, а? Нет, мы уже приехали, понимаете? Здесь мы... Поэтому вызывали сюда. Каждый месяц, что ли, вам нагоняй надо, ну что? Статус слов. Не-не-не. Нет, после аттестации. После аттестации здесь оба в разном вы приезжали. Мы здесь сидели, мы обсуждали этот вопрос. Я не помню, я не спорю, я не помню. Ну, вроде это недавно было. Тогда вы видели. Я к тому, что ваша фамилия в вашем составе очень чисто. Я сразу говорю, это очень плохо. И очень плохо это кончится. Просто один прекрасный день я могу сказать так, в течение часа был рапорт. И все. Никуда деньги. Не напишите, сядете. Или вы... По домозащитному занимаемся. Каждый месяц мы вызывали здесь, выбирали нашего. У меня некогда этим заниматься. На том стеночке, сразу я вам скажу. Да. Зачем это? Легче уволить вас и все. Сам увольняю, сам принимаю. Какие проблемы? Я увольняю, понимаете? Я своим приказом увольняю вас. Если вот его уволить, и вы там управляете приказом, а вас я увольняю, вообще проблем нет. Завтра аттестационная комиссия, наказание еще у вас. Все, мне завтра. Приказ еще второе наказание, нарушение формы нормы. И пусть завтра уволены. Завтра аттестационная комиссия, послезавтра. Да. Послезавтра уже приказ о увольнении, если... Элементарно. Начальник подписывает. И все, три дня вам увольнять будет. Если по инициативе администрации, если вы сами не напишите. А если сами напишите, уже можно уволить вас. Это вы. Мы идем. Даже тут не знаю. Наказание есть у него? Наказание есть. Сейчас за оформленное мундирование уже второе наказание, а аттестацию взяли. Я не знаю нормативную правовую базу. Вы что, все знаете, что ли? Он знает, ничего не знает. Он знает, откуда там одна бабка там правотой территориальной просто сказала, что так нельзя. И все, это он... Четко он, они уже... Понимаете? Начальник сказал... Пошли сделали! Белый, хоть кто будет, значит белый должен. Вот больше проживешь. Я вас на приступы не толкаю. Нет, ты проблема. Я отвечаю, понимаете? Я! Не вы! Вот так. Понял, да? Великий любит говорить, так есть. Если вы знаете, что он говорил, веление Божье будет, о мужа, будь послушным, да. Сказали тебе, и делайте мне. Проживешь дольше, да. А теперь я практикирую тебя Мархаяма. И видим, не писали. Да, что после этого время ниже. Если что не так, то выполнили людьми. Если ты не все законно, вы изучены, тогда тебе не место, например, запомни. На сегодняшний день, точно проживешь. Выполнили. Я знаю, что вы так, это выполнили исполнение, да, на вас в администрации. Ну и что вы делаете? Я спрашиваю, ничего не добить. Ничего. Останется он, да? Ну что, решили, нет, попросить? По правду, все. Правдору было, может и было. Это не приветствуется по правду. Вот на пенсии пойдешь, поработаешь еще, там, ну, на пенсии пойдешь. А тебе скажи, нет, так, вот как вашему ребенку будет носить, как не ходить? Опять он подумал, нет?
Хотя бы об этом подумали, нет вы? Какое отношение будет? Понятно, что изгой администрация вызовет того же заведующего садиком, как мы сейчас все, и будут гноить там, понимаете? Тебе это надо? Форточки будут открывать, когда он там будет вставлять. Форточку откроют, через день заболеют. Ты что, правда ищешь, что ли, в конце концов, а? Мне все равно, понимаешь? Но ты от себя хуже делаешь. Спокойно, когда вашего ребенка с бродом называют себе в лесу и говорят, зная, что ты сотрудник полиции, вымогают деньги, то как с этим надо бороться? Вымогают деньги? У меня трое. Я, блин, в садике платил, в школе платил. Я вперед бегу, заплатил. Хорошо, почему ты с бродом обозвали вас? Всю группу сотрудников полиции была постоянно кормлена среди шли. Но. Присутствие свидетелей назвали сбродом, заведующих, всю группу. Собрали здесь один сброд, ну так сотрудник полиции, из очереди прошли. Собрали здесь один, но не вашего же сына назвали. Че рыпаться-то? Ну что, я вам сказал. Ну и что? Здесь сброд, ну и что, что сброд? Че, обидно стало, что ли? Конечно. Ну и что? Зачем суд? По-другому надо, по-другому. Значит, если... Да сюда дело не дошло еще. Ну и что, не дойдет? А если дойдет? Не только с бродом будет, еще хуже будет. Понимаешь? Хуже сделает. Хуже сделает? Себе хуже сделает. Ты пойми, я всегда стараюсь. Просто там дай. Вот какой-то вот мы живем в этом обществе, да? Вот если как бы ты не хочешь, все равно ты обязан выполнять требования общества. Если ты требования общества, ну все общество так живет. Если вот это требование общества ты не выполняешь, которое говорит поведение, девиантное поведение есть, так ведь? То есть, если это уже психически ненормальный человек, а психически ненормальный человек, полиция не имеет права работать. Если вот уже как неписанные законы, вот, может через 50 лет у нас нормально будет жить, пока вот все так живут, да. И... Ладно, хочешь сказать, что другое сказать? Вы после Катара, подал в суд, я же получил эти задания, если, что так себе уволили. Понимаете? А я бы это сделал, потому что мне не надо лишних проблем. Прав тот, у кого больше прав, запомни это. Первый запомни. Прав тот, у кого больше прав. Это первое. Второе. Ты начальник, не дурак. Я начальник, не дурак. Он сама преступление совершает, вымогает деньги. Ты дурак, ты сам сказал, да? Слушай, на ребенке не отыгрывается, да, понимаешь? Вот если вот тебя, ты еще вот за свои права ты будешь, ладно, если понимаешь. Но когда ребенка ты вот ставишь, блядь, на фон, чем дурак ли ты, блядь? Да пускай ходит, заплати там 100 рублей, блядь. Ты еще, блядь. Если бы он врачу следователь. Она сказала, если не заплатит добровольно пожертвовать, мы в садик не возьмем. Хотя я по очереди хочу. Как такой мой ребенок? Не помогай. Он для кого делает-то? Для твоего ребенка ты и делаешь. Во! Все! Это так живем, все так живем, понимаете? Все. Я тоже платил. Для меня закон сделал. Я имею право по закону своего ребенка устроить. Слушай, я пошел в садик, когда я ходил, вот учитель, я начальник управления, сейчас он не работает, Кудряшов. Я к нему ходил, я говорю, нету такого садика, у меня внучки, я имею в виду. Я говорю, вот, Джо, я завидую, чтобы зашел, сразу первый год, может, что-то, это, я говорю, я не даю ей. Я в очереди стоял. Мой ребенок, а я что, не стоял? Сидит начальник полиции, понимаешь? Двух республик. Только такого не сделал, только честно. Это везде, понимаешь? Везде, да. Принято это. Как это? Мой ребенок. Никто в кармане не ложит. Вот что в очередь не стал. Я мне ребенок просил. Я в очередь стал. Мне тоже попросил. Нет. Это даже я в школе говорю. Я думал, для себя деньги берет. Для садика же берет. Нет, и что? А какой цены речь? 2000? 1000 рублей. Мебель купить, там. 1000 рублей. Игрушки. Игрушки они покупают. Ковер они купят, потому что пол холодный. Я зарядил эти комплекс спортивного сетка. В одном, в другом пол это не сделано. Ну, ты сложил свою комнату, что-то сделать. Сколько за посылки? 4000 просили. Ну, давай куплю вам, что вам надо, я скажу. Вот смотри, я тебе просто говорю. У нас дети все ходят в школу. Для того, чтобы поменять. В классе! Для того, чтобы мой ребенок не мерз, мы скинулись по 10 тысяч. Мой ребенок только в школу ходит второй. Ну? Там же отдай деньги, но там, знаете, говорят, детям холодно, давайте окна поменяем, не вопрос. А там что? А там говорят,
когда у меня путевка на руках и говорят, ты мне или платишь 4 тысячи, или мы не берем твоего ребенка в садик. Я говорю, как вы можете взять, если у меня путевка на руках? Вы говорите, пожалуйста, если знаете, что вы сотрудник полиции, вам никто с вас деньги вымогать не будет. Вы не преподносите по-другому. Это утрирует очень сильно. Ты что, меня не утрирует? Все так и есть. Подожди. Мало того, при свидетелях все было сказано. Это знаешь, нет, меня с одного нет, это вот группа. Так я бы не обратился. Один, если родительский комитет там, все сами они определяют. Если все они определили, все. Погоня, я твою позицию понял. И сразу скажу, с такой позиции в жизни тебе очень тяжело сказать. Очень тяжело. Здесь ты точно не сработаешь. Потому что я это не приемлю. Это первое. Куда бы ты ни пошел, проблемы у тебя будут везде. Потому что не надо искать правду. Тем более, Горномарийская, город Космодемьян, он бедный город, понимаете? Чебоксары бедный, а Космодемьян еще беднее, понимаете? И чтобы содержать эти садики, им тяжело. Вот ему нужна администрация детсадиков пойти на такие меры, понимаете? Неужели вы не понимаете, ребенок же ходит, ну и что? Хуже стало, что для 4 тысяч. А вот сейчас, вот эти проблемы, маленькую проблему, сделал огромную свою проблему. Понимаешь? Единовременно это 4 тысячи. Три. Не 4 тысячи. Я садик ходит сказал. Три он сказал уже. Через полицию, прокуратуру, конечно. А так не брали. Какое отношение? Я бы платил. Если вот честно сказать, если вот мой, если я бы так вышел, если вот через прокуратуру бы вышел вот так, я бы вот свою внучку, я бы отправил. Пускай я няньку наберу, но не хочу, чтобы над моей внучкой, чтобы издевались, и над моим ребенком. Там издеваться начнут. Мой ребенок, там ребенок так смотрит. Поэтому он нехороший. И вот он сброс. Да, ведь полицейский, да, типа? Не только. Все, что с ним было, дайте заплатить, они скажут, выплатить не будем. А жалуйте, или двери, классно работали, ей надо было привести в порядок. И мусор это, вот мы куда, это реально. Посидите. Давайте только не работать. Там тем более. Да. И тут пришли, дети полицейского более-менее зарабатывают. Знаете, что получается, все будет 20 тысяч. И 4 тысячи для них это полмерком. Конечно, 20 тысяч это не можно думают. Так сказать, что вот нужно то сделать, нужно это сделать. Но не так же, что мы не возьмем своего ребенка, но она и права такого не имеет. Говорить право. А надо было, вот, Захаров, здесь мы провели мероприятие, со мной выпал, ты хотел бы. Я хотел, я сказал, что вам. Вынес, ты право все такое, да? Ты право имеешь, вот такой виде приехал сюда. Ты право имеешь, вот я вот так, конкретный вопрос могу дать тебе. Право имеешь ты, вот такой виде. Значка нет у тебя. Закон полиции вот говорит, да, вот так везде он ходит. Право ты имеешь с ним проходить, совершенно про нарушение. Вот. А ты нарушаешь? А зачем нарушаешь теперь? Вот ты, вот люди что-то нарушили, это там, может, да не нарушили, из благих намерений нарушили они. Ты это быстро определил, что они нарушают. А там нет. А нет, то. Да все так же, понимаешь? Не ты, а не последний, не последний, не последний. Все, он, я, имея такую должность, он там может что-то. А? Потому что любит своего ребенка. И не хочет, чтобы он был гой. Я на пирогу. Направляю. Не проблема. Оставляй, отдай. Я Любка не оставил. Я сам могу идти вот на пожертвование. За меня, за моего, блядь, дурака, этот, дурную голову, за мою дурную голову, чтобы мой ребенок отвечал еще. Это вообще это кошмар, если я так скажу. Горяки, сколько там у Калистатов это будет? Эти дети, вы знаете, что они это? Они заплатили? Они заплатили. Ну, в прокуратуру они не ходили? Нет. Вот, значит, заплатили. Нормально, все отлично. Бедни не стали. Не сходите не стали? Конечно. Конечно. Раньше не заплатили. А ты рыжий. Нет. Понимаешь? Белые вороны никогда не надо быть. Зачем выделяться в толпе? Это раньше вот мы были постоянно. В советские времена транспортные великие прежде людей не было. Все специально. А я не пил. И вот мы всегда скидывали деньгами. Я всегда скидывался. Хотя не платил. Я не пил. Надо не отказывался. Всегда платил я. Давай по червонцу говорили. По червонцу я всегда ловил. Я не пил. Я сказал, вы, ребята, да. Извините. Это ваша проблема, если вы хотите, то идти на это. Я всегда пошел. Я не богатый человек, я сразу скажу. И тут, понимаете, а вы решили удивить. Вот. Я уверен, что там есть офицеры, которые там полицейские. Эти офицеры, им скажут,
хочу не зависеть, по сути. Хотя бы воли, через дыму воли. Хотят помилуют, помилуют. Вот. Это правда, все мы в таком положении находимся, запомни. Я тоже, все мы вот в таком положении. Как только отвлечешься где-то, меня сейчас понят, действительно, скажут, что? Вау, ну что такое, бурно. Ну как так можно? Ну как так можно? Что ты можешь сейчас предлагать его за счет ради тебе спасибо скажут, что ли? А? Здесь все вот так будет смотреть. Искоса. Именно вы подружили? Нет, конечно. Вымогательный факт. Вымогательный факт. Мировое соглашение. Вымогательный. Он же пан. Он вымогательный. Он преступник. Преступник. Политический. Как вот. Вы бог и царь, где он сейчас? На речке должны быть. Как город вышел, обычный гражданин. И жить по тем законам, тем обычным, где это принято. Если как это принято, понимаете, не надо там никуда не ходить. И не надо выделяться. И не надо показывать, что умный, грамотный, ну, спокойно. Добраться не до люди. Я последний раз удостоверение даже не помню, когда вот так сказал. Удостоверение на всю жизнь. На работе может показывать. Как только лучше сработать, я сын далеко-далеко его и даже не понимал. Иначе, я вам сразу скажу. Еще я хоть раз услышу, фамилию погубим, я уволю вас. Обещаю. А пока, чтобы вы немножко порядок приучились, поедете в Чебоксары. Это проблема у вас, как будете выбирать, и мои. Я на это не право. Вы же законопослушный гражданин. Вот и будете работать. Да, сиди. Конечно. Когда ты с Малатой. Давайте дорисовать. Она? Вы смотрите. Мордвака мог, там как раз все помнит. Марийский. Ну, Чебоксары, да. Когда Чебоксары, потом Казань. Я имею право. Забыла. Центр станет, как это моя пища. А вы куда вы хотите, например, быстрее? Зачем? Там у нас здесь, там нормально, здесь не хватает. Здесь ближе, ближе. Здесь на 20 на день. Здесь козлов не знаю, как брать. Конечно, как-то, чтобы у них опять насосано было нормально. Будем в соответствии с представлением сайта, мы не верим в тему. Да. Ну, там закончилось, его, в принципе, сохранить нам не нужно. Сохраните спорту. Спорт не платит нам. Мы договор не заключаем, не имеем права заключать на охрану. Понимаете? Поэтому мне платит, зачем я? Я просто понял, что помимо ваших прав, есть и другие права еще. Есть у вас обязанности. Я рекомендую вам больше читать свои обязанности, между всем свои права. Поверьте, есть люди, у которых гораздо больше, чем у вас. Прав, чем у вас, гораздо больше. Ну, таким же, например, не является. Он, наверное, не Васильевич является. Захаров имеется. А вот там что-то приезжает, что-то говорите. Приказы не обсуждаются, не выполняются. Это не противоречит чему? Закону. Он же не просит. Пахать огород ему, починить личную автомашину. Не просит? Бабу привезти хорошую. Не просит? Не просит, да? Не просит. Вот это все. Или просит? Нет. Вот это все. А что тогда? Эти поручения, приказы не обсуждаются. Они выполняются. Почитайте приказы. А он вам может вручить много чего. Потому что находится правда, что позвание, что позвание, и тем более является непосредственным вашим руководителем. Вы меня поняли? Я вас предупредил. Сейчас на фамилию вас услышу. Вы в органах работать больше не будет. Вам понятно? Вы хоть поняли о том, что на сегодняшний день столько ничего хватит на вас есть, что лучше не выпендриваться, не вякать дети. Вам понятно? Понятно. Свободны. Хорошо.
жарко.